финале турнира спортсмены из 5 городов края – Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска и Алейска. Соревнования прошли на паркете боулинг-центра «Галактика». Была идея собрать не только игроков, которые живут в Барнауле, а игроков со всего Алтайского края. К сожалению, боулинг является недешевым видом спорта, что является преградой для многих участников, для многих любителей боулинга. Мы, так скажем, эту преграду сломали, турнир сделали бесплатным. Принять участие мог любой желающий, нужна была только заявка. До финала дошли сильнейшие игроки, и каждый из них был убежден, победа должна достаться именно ему. Так, например, Никита Шутилин, участник чемпионата России, признается, он не мог упустить еще одну возможность выбить победоносный страйк. Это очень интересная игра, недооцененная. В ней переплетается техника, физика, психология. И те, кто просто на днях рождения играет в боулинг, я бы рекомендовал рассмотреть это как вид спорта. Это очень интересно. В тройке победителей спортсмены из Барнаула и Рубцовска. Обладатель золота получил главный приз соревнований – сертификат на 15 тысяч рублей. Следующий турнир состоится через год. Организаторы надеются, что им получится проводить престижное состязание регулярно. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.